Rangers fan. You've always dreamed of as a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. For the challenge is hard, but the warm is a heart that with up all your fears, the reward's on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight with an angel and a high-speed flight. She's gonna raise your mind, protect you from the devil's fight. Even if you feel safe, don't you know that there's a danger hiding? You can just make it through with love and an angel's guide. В заточении, часть вторая. Ну давай! Чего мы ждем? Мы ждем, пока нас не впустят в кабинет вызова. Кто знает, что нас ждет на этот раз? Судя по надписи, нас ждет некий охотник. И что это такое? Если есть охотник, то должна быть и добыча. И это мы? Сейчас мы это выясним. И куда же пропала вся твоя решительность? Охотники прячутся в тени, правильно? Здесь холодно, как на сердце у дьявола. Там впереди что-то типа статуи. Но мы ведь не в музее. Странно. Мех совсем как настоящий. Хорошо. В этом холоде он нам пригодится. Посмотрим, можно ли его снять. Что ты делаешь? Наверное, он приклеен. Что это за страшный рев? Это не статуя! Надеюсь. Ты его разозлила! Не сваливай вину на меня! Эй! Что мы тебе сделали? Он чуть не оторвал мне руку. Надо что-то сделать, иначе нам конец. Звуковые крылья! Да, я отвлекла его внимание. Он смотрит на меня. Ему явно не нравятся эти звуки. Ладно, если хочешь, оставайся с ним, а у меня другие планы. Это какие же? Невидимые крылья! Эй, вернись! Это нечестно! А ты ждала чего-то другого? Ужасно! Мне некуда бежать! Я победила. Теперь надо подождать, пока монстр разорвет сладкую на кусочки. Я бы хотела посмотреть на это представление. Надо срочно что-то придумать. Бабочка! Ты думаешь, это сработает? Ладно, попробуем. Сила бабочки! Что она делает? Что ты хочешь? Защекотать его до смерти? Что он делает?
Ура! Сработало! Она его приручила? Сила бабочки превращает ненависть в любовь. Чудовище превратилось в щеночка, который меня обожает и сделает все, о чем я его попрошу. Что-что? Видишь там мою подругу? Покатай ее. Эй! Не надо! Отпусти меня! Пока, кабале! Желаю хорошо прокатиться! Отпусти меня, щенок! Тебе понравилось кататься? Смейся, смейся! Ты выиграла состязание, но я все равно смогу убедить Лили. Это мы еще посмотрим. Первый ход за мной. Вот она. Мне надо убедить Лили помочь Глорию и Александру познакомиться поближе. Даже если это заставит ее страдать. И если честно, я тоже буду страдать. Ты права. Быть помехой для двух любящих людей – это ужасно неправильно. Бабочка, запускай превращение. Охранять и защищать. Любовью и честностью. Мудростью и искренностью. Я покидаю мир духов и становлюсь смертной. Я уже несколько часов выпираю компакт-диск и никак не могу решить, помогать мне Глории или нет. Ой, извини, я тебя не заметила. Ничего страшного. Ну, раз ничего страшного, так, может быть, ты поможешь мне выбрать музыку? Извини, я не продавец. Конечно, но готова спорить, что ты хорошо знаешь музыку. А ты что, не знаешь? Вообще-то, в этом деле я эксперт. Но тут особый случай. Я ищу музыку не для себя, а для своего парня. И ты просишь о помощи меня? Ну да, конечно. Но я ведь не знаю твоего парня. Почему бы тебе не попросить свою подругу? Я с ней поссорилась. Она была моей лучшей подругой, пока я не узнала, что она хочет увести моего парня. Ничего себе. Она хотела нас поссорить. И какая она после этого подруга? И что же у вас случилось? Угадай. Мы с ней больше не дружим. А мой парень и слышать о ней ничего не хочет. Если судьба сводит людей вместе, никто не должен вставать между ними. Да. Я рада, что ты с этим согласна. Мы еще увидимся, правда? Эй, подожди. А как же музыка? Какая странная девушка. Но она права. Александр любит Глорию, а она любит его. Я не должна им мешать, даже если я сама в него влюблена. Ты поняла? Лили намерена поступить правильно. Ты не сможешь изменить ее решение. Но почему Глория обратилась за помощью ко мне? Какая наглость! Мне нужно разрядиться. Урок дзюдо пойдет мне на пользу. Я все-таки сумею убедить Лили. Вот как это делается. Ух ты, новый тренер очень крут. Чтобы победить, вам надо воспользоваться слабостью соперника. Понятно? Так, кто следующий? Вот ты. Выйди вперед. Кто я? Да, ты. Чего ты боишься? Нет, просто... Иди сюда, не стесняйся. А теперь попробуй швырнуть меня на мат. Давай, давай, приложи усилия. Если ты чего-то хочешь, надо за это бороться. Вот видишь, ты отвлеклась, и я этим воспользовалась. Запомните мои слова. Надо пользоваться слабостью соперника. Это годится и для боя, и для любви. Надо уметь защищаться. Иначе другие отберут у нас то, что мы ценим больше всего. Лили придется принимать аспирин после твоих колотушек.
Это были не колотушки, а уроки. Они ей очень пригодятся в жизни. Привет, Лили. Привет. Ты хочешь мне что-то сказать? Да, конечно. Я поговорила с Александром. И что? Он сказал, что ему это неинтересно. Понятно. Но все равно спасибо. Ура! Она поступила неправильно. Я снова победила. А я опять проиграла. Может быть, мои чувства к Александру делают меня слабой? Ну что, первый шаг был успешным? Это как посмотреть. Ты опять сделала фарш из ангелочка? Типа того. Я уверена, что в следующий раз у тебя все получится. Ну, конечно! Меня просто выгонят из школы! Не шути так. Мы тебе поможем, правда, ангелы? Ну, конечно! Отвратительно! Они всегда готовы помогать друг другу. Да, но ведь мы делаем то же самое! Ну, не совсем. Кто-нибудь знает, куда пропал Сульфус? Я начинаю тревожиться. А? Наконец-то! Выпустите меня! Мы не можем тебя выпустить, Сульфус. Но вы не можете держать меня здесь вечно. Как же ваша миссия? Ты нас не обманешь, Сульфус. Мы знаем, что ты не намерен нам подчиняться. Если я не вернусь в школу, друзья начнут меня искать. И они найдут ваше укрытие. Ха-ха. Твои друзья ничего не заподозрят. Почему? О чем вы говорите? Пока ты был под гипнозом, мы взяли у тебя твой голос. Этого было вполне достаточно, чтобы сделать вот это. Познакомься со своим клоном. Этот Сульфус будет выполнять наши приказы. Без лишних вопросов. You've always dreamed of as a special friend for whom the moment's